еще раз медленно. Начало песни, так и припев играется одинаково. Поэтому вот здесь вот, понимаете, вот, вот эти вот парочки надо тоже применять, потому что если играть терциями в каком-то варианте, то он не идет с аккордом баса, и поэтому надо вот здесь научиться. В принципе, все везде одинаково, и во многих песнях это все, если вы заметили, то во многих песнях это все применяется. Значит, еще раз. Можно играть по одной нотке, смотрите. Там, как она называется? А можно терцем, смотрите. Более насыщенно будет. Смотрите. Потом вот эта нотка остается и через одну. Просто в унисон там. Потом уже там можно и обыгровочки какие-то, но если начнете сразу терциями, то это более красочно будет. Хорошая песня, казачья, веселая. Всем удачи!